И снова всем здравствуйте. Мы приехали в лес. Вот такой. На гору, вернее. Ну и лес тут присутствует. И озеро присутствует. Мы тут что делаем? А мы тут колбу собираем. Мы тут папоротник собираем. Вон какой. Я уже собирал маленько. Всем показать. Сейчас покажу еще. Вот он. У меня в пакетичке лежит. И вот на этой горе мы собираем папоротник. Он уже большой. О, какой стручок у него. Вымахал уже. С полметра. Мы такие не берем, мы берем поменьше. Вот он. Вылазит только. Вот это. Вот этот такой загнулся. Вот они. Папоротник такой. Все, мы сейчас здесь поднаберем его и домой поедем. Вот так здесь. Комары опять нас кусают. Огоньки, жарки. Ну все как всегда. Тут так вот. Ну, все, пошел я собирать. Ну, вот сколько накроил уже. Накосил. Друган у меня за вишнями, вот за этими. Вишни или морозом побило. Черненькие стоят. Тут две сосны. Знаменитые на всю гору. Сейчас сгоняю вон туда он. Там должны быть кукушкины слезки. Туда пойду. Еле забрался на гору. О, здесь тенечечек под березку. Здесь вот кукушкины слезки уже расцвели. Надо их срочно стрескать. Вот. Сейчас покажу. Горел по колеса. Кукушкины слезки. Каждый год я заложу косогор и съедаю по такому цветочку. Сейчас друга пойду угощу. Кукушкины слезки. Они как и рис. Такие синенькие, красивее. Это от ангины. В течение года горло не болит. Проверено 100%. Ангины, по крайней мере, точно не будет. Ну, правда, рот попечет маленько. Часов так 5-6. Ну, ничего страшного. Терпимо все. Главное дело, лишь бы в пользу. Вот такие дела. Ну все, здесь все преобразилось. Тоже хорошо стало. Так вот. Вот так все зелененькое стало. Там жарки расцвели. Где-то тут елочка красивая, под которой сидела утка. Там он озеро. Зеленое. Тут черное. Ну все. Я вылажу. С этой красоты мы набрали этих кучерявых папоротников. Все, поехали домой. Пока всем.